Молодец. Давай. Ладно, не жалуйся. А вот что эти звуки выражают? Фырканье – это дружеское общение тигров. То есть у них характерно у всех тигров, характерно для них. Вот. А мяуканье, ну, просто жалуются, я говорю, они устали, у них такое количество народу, в общем-то, тогда не было, тогда такой близок. Ну и конечно, мать это ушла.